Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы, Всадники Олуха. Зайдем сразу на рынок и откроем бесплатно пак. Монеты Одина. Шторморез, Костолом, Парящий Прихвостень. Ну и чуть-чуть ресурсов. Так, предлагаю глянуть тогда еще один пак за рекламу. 6 монет Одина. Ну, а теперь начинка. Громобой, Кошмарный Пристеглов, Древоруб. Шестеренки даже выпали. Окей. Так, ну что, друзья мои, естественно, отказываемся. Посмотрим теперь, что нам принесли наши элитные драконы. Так, чешуйка плюс 150 тусклого янтаря. Отправляем дальше его на поиски. Давай, 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 иди ищи. Так, ну а ты что нам принес? Гнездо, опять же, тусклый янтарь. Дальше его отправляем на поиски. Так, теперь зайдем с тобой, наверное, в магазин. На рынок вот на этот. И посмотрим, что нам тут предлагают. Ну, в принципе, я могу вот это взять и вот это. 620 рун я не собираюсь тратить. Так, надо приблизить немножко, наверное, камеру. А она почему-то, ребят, не приближается. Во, пошло дело. Так, отправляем этих на работу. Кстати, этого мы отправим за железом. Пускай идет добывать. Так, Громоль, ты пойдешь за древесиной. Так, Пристеголов, ну что, ты будешь сегодня переходить в Титана или нет? Не-а, не хочет. По-прежнему, друзья мои, он сопротивляется. Ладно, пускай дальше летит. Грамгидля. Так, лети за ресурсами. Кривоклык. Подожди, подожди, ты тоже у меня пойдешь за ресурсами. Так, где у нас тут малыш? Надо его, наверное, тоже. 636 тысяч. Ладно, пускай идет тренируется. Сколько у него? 27 уровень. Ему еще тренироваться и тренироваться. Древоруб. Вперед. Костолом. Тоже вперед. Ну и вроде бы как все, да? А нет. Тут громобой у нас затихарился. Давай-ка быстро за рыбой. Ты за древесиной. Весночес. Какой уровень? 72-й. Продолжаем его тренировать. 40 миллионов. Пускай летит. Опачки. Так, возвращаем и опять же его за древесиной. И нашего штормореза отправляем. Здесь у нас опять же громобой спрятался, сидит. Лети давай за рыбой. Так. Кошмарный Пристеголов получил 37 уровень. И Парящий Прихвостень 55. Ну как, пойдут тренироваться? У меня, по-моему, там места уже нету, если честно. Хотя, смотри-ка, все есть, летят. Модификрылка. Ты посмотри-ка. У меня там что, бесконечное место, что ли? Я не пойму. Все летят и летят. Ладно, друзья мои. Давайте посмотрим, что у нас там по событиям. 22 часа осталось. У нас происшествие. Груз для Драконьего края. И выживание. Так, ну что, начнем, наверное, вот с этого. Происшествие. Твою налево, оно еще такое длинное. Не знаю, мы, наверное, не успеем сегодня пройти. Хотя постараться надо. 22 часа всего лишь осталось. То есть сутки, грубо говоря. Так, и у нас тут один. Один дракон, две волны. Давай начинать его потихоньку разбирать. У него 16 уровень, как ты видишь. Понижаем ему защиту. И начинаем потихоньку прессить. Так, фиолы против них вообще идеально заходят. И он как раз начинает мне фиола бомбить. Чует, чует, что беда пришла к нему незаметно. Так, он сейчас опять кому бомбанет. Так, понятно. Добиваем. Вторая волна. И кто у нас тут? Водорез. Ладушки. Он у нас тоже фиолетовый. Тоже фиолетовый, ладно. Будем потихоньку его бомбить. Я думаю, может быть, нам хильнуться с тобой, а?
Давай-ка так и сделаем. Чуть-чуть восполним себе здоровье. Ну что ты будешь делать? Понятно. Он не угомонится, пока не убьет, да? Но мы его быстрее уничтожим. Как-то так. Крутанем колесико и посмотрим, что нам здесь выпадет. Древесина. Да-да, именно она. 25 миллионов. Ну что, забираем с тобой 50 рун и двигаемся дальше. У нас получается раз поединок, два поединок, три. Здесь будет четвертый, последний поединок у нас. То есть мы с тобой дойдем вот до этих склянок. Слушай, это по процентовке где-то будет, наверное, 30-45. Приблизительно. Так, ну смотри, здесь он один. И 17 уровень к тому же, ребята. И он какой-то здесь очень мощный. Попробуем понизить ему броню. Ха. Офигеть, он даже с пониженной броней, ребята, не получает особо урона. Что тогда делать будем? Главное не позволить ему использовать суперудар. Но у нас не получится противостоять. Так, давай еще разок. Можно, в принципе, хильнуться. Причем всем. Давай так и сделаем. Что он сейчас будет делать? Поджог. Ну, ребята, это, по-моему, у нас не фаерболщик. Не тот, который у нас бросает огненные шары. Так что все хорошо. А здесь у нас кто? Злобный змеевик. Тоже, ребят, 17 уровня. И причем они все красные. Ладно, думаю, с ним мы тоже так же легко справимся, как и с кривоклыком. В атаку. Так, понижаем еще раз броню. Ну, в принципе, все, ребят, сейчас мы его добьем. Повышает себе атаку. Конечно, ага, разогнался. Так я и буду сидеть и ждать здесь этого. Крутим очередное наше колесо. И выпадает нам... Давай, плод мудрости, есть. Вот это по-нашему, да? Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. И очередной поединок. Потом получаем 1400 тусклого янтаря. Опачки, шепот смерти собственной персоны стоит нас и поджидает. Но он здесь какой-то легкий. Опять же, две волны. И он 14 уровня. Что-то неспроста. Я думаю, что на второй волне будет уже намного сложнее. Сейчас проверим, кто у нас тут. Да ничего такого страшного я не вижу, в принципе. Начнем, наверное, с этого, да? Опачки, вот так вот. Нормуль. Так, бомбим. И, наверное, будем добивать его. Хотя, погоди, что он там затеял? Молодец. Барсик уничтожил. Ну, в принципе, и все. Здесь довольно легко мы как-то прошли. В очередной раз крутим колесо, и выпадает нам древесина. 75 миллионов. Окей. Так, ну что, забираем с тобой тусклый янтарь. Так, на почту нам его отправили. И у нас обычный проходящий поединок. А уже после них будет мини-боссик. Ладно, давай смотреть, кто тут у нас. Хоферсон, да? Собственной персоной. Начинает выпендриваться сразу же. Слушай, у него мало здоровья. Я думаю, сейчас быстренько его тут раскатаем. Давай, хорош выпендриваться. Хильнуться нет. Просто добьем. А, тут уже три волны. Упс. Понял. Прикол ваш. Три волны, значит. Уклонение сработало. Так, ну что, этого, наверное, пристеголового мы сейчас уничтожим с тобой. Так, точно. Ну, а теперь и этого охламона. 15 уровень. Класс стражей. Против него эффективен наш кривоклык. Он очень хорошо их разбирает. А давай-ка, наверное, вот так сделаем. И третья волна. Кто у нас там? Ага, драгур плюс шторморез. Начнем, наверное, вот с этого.
Сразу понижение. Что ты собрался делать, парень? Просто атаковать. Но этот будет электричеством бомбить. Вот так вот. Добиваем. Нам хильнуться бы не помешало. Все, сработало. Ты дышь. Понизил мне, короче, защиту. Мне кажется, он сейчас, наверное, попытается добить. Хотя нет, мы хильнемся. Мы хильнемся с тобой и сделаем укусик. Смертельный. Ну что, здорово идем. Что нам здесь выпадает? Опять рыба, 25 миллионов. Ну пускай будет так. Ну что, мини-боссики у нас впереди. А сколько у нас еще получается поединков? Давай посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, может быть... Я думал, может быть, за руны нам с тобой сыграть, а? Все-таки. Сколько там, чтобы получить 3 энергии, нужно потратить 250 рун вроде бы. Сейчас посмотрим. 3 волны, значит, здесь у нас 2 злобных змеевика. Только один красный, другой синий. И уровни, да, разненькие. Начнем, пожалуй, с красных. Потому что, как по мне, они самые сильные. Синие, да, ловкие, быстрые, но вот... Тихо ты. Смотри, что творит, а? Хиляемся, естественно. 3 волны. Так, поехали. Плющить. Так, что он будет делать? Минут 3 энергии. Понял. Его мы добиваем. Твою налево, блин. Крепкий оказался. Так, а здесь, естественно, надо склонотряса уничтожать. Скорее всего, в первую очередь. Водорезом займемся чуть-чуть попозже. Так, кто там ходит сейчас? Сейчас ходим мы. Делаем укус. Потом скалотряс. После этого барсик. Смотри, смотри. Неплохо так бомбанул. Вау. С лица земли его стерли. Хиляемся. Нам нужно барсика захилить, потому что, ребят, мало хп у него. А водорез-то не сдается. Так, ну что, добивку. И переходим на последнюю волну. Так, костолом. Ой-ой-ой, и ветрокрыл. Слушай, я даже не знаю. По идее, нам надо уничтожать ветрокрыла. Но быстрее все-таки мы разберем, наверное, костолома. Давай-ка попробуем. Потом, если что, возьмем под контроль вот этого ветрокрыла и будем его потихоньку разбирать. Надеюсь, мой план сработает. Слушай, да, он сработает, друзья мои. И очень даже неплохо сработает, смотри. Хопа. А теперь все. Он ничего сделать нам не сможет. Конечно, мы его сейчас тут припаримся бомбить. Но лучше его потихоньку бомбить, да? Чем, извини меня, быть замороженным. Потом еще получить от него урон. Потом опять быть замороженным. Нет. Потихоньку, не спеша, будем вот так-то бомбить. Опять же, слепота. Сейчас он будет, наверное, суперудар делать. Смотри-ка, не стал. Он в надежде на то, что я не буду ставить на него слепоту, и он в этот момент будет заморозку. Нет, 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 парень, успокойся. Он, правда, еще подхиливает себя чуть-чуть, да? Ты видел? Это не страшно. Ты будешь делать суперудар или нет? Все, он не выдержал, ребят. Но не забывай, что он в слепоте, поэтому нам это не страшно. Он уже понял, да, что 3 хода подряд что-то там выжидать — это бесполезно. Поэтому мы его разносим. Все, мини-бусик повержен. В очередной раз крутим колесо, и выпадает нам опять, что ли, рыба. Да, 75 миллионов. Ну и на этом, в принципе, энергия как бы закончилась у нас, да? Забираем все из склянки. Забрать. И вот теперь самое интересное. Давай посмотрим, сколько нам обойдется. 260. Ребят, я трачу. Я трачу, я это событие должен пройти сегодня. Вперед!
Почему сегодня, ребят? Потому что там осталось всего лишь 22 часа. Я могу проспать элементарно. Поэтому лучше сейчас, да? Как говорится, на горяченькую. Ну что ты тут бегаешь? Давай понизим. А тут, ребят, опять две волны. Ладно, нам только выгоднее. Чем меньше волн, тем лучше для нас. Но зато три противника. И противники, я тебе скажу, довольно серьезные. Блин, гром или этот, который у нас фаерболы заряжать будет сейчас. Ну-ка, начнем, наверное, с него. Стоит ли нам с тобой хилку сюда врубать? Ладно, стоит. Нам нужно вот этого Громеля как можно быстрее разобрать. Ох, сейчас фаербол полетит. Слушай, нет, пока не стал он выпускать его. Поэтому давай попробуем его как можно быстрее. Все, шикарненько. Ну, а эти уже нам не страшны. Так, у нее удар хвостом. Неожиданно, если честно. Неожиданно, так. Ну, в любом случае, Барсика мы, скорее всего, потеряем с тобой. Его уничтожат костолом. Очень интересно, почему он именно так все это сделал. Ведь мог же добить. А вот сейчас, наверное, будет разбег делать. И, скорее всего, уничтожит. Да-да-да-да. Именно этого он ждал момента. Ну, кстати, зря. Потому что мы его тоже, ребята, уничтожаем. Как-то так. Крутим колесо и смотрим, что тут нам. Неужели древесина? Точно? 125 миллионов. Допустим. Так, друзья мои, мы попадаем с тобой на мини-боссика. Кстати, здесь их будет аж целых два. Тут проходящий поединок и тут уже главный босс. Но зато здесь мы с тобой получим пак. Пускай даже обычный, но все равно приятно что-то получить. Так, три волны. Было две, стало три. Начнем вот с этого хламона. Этот громорог потерпит пока своей участи. Все равно он никуда от нас не денется. А вот с этим нужно разобраться, потому что сейчас будет понижать броню. Он уже приступает к этим делам своим противным. Так, нахлобучиваем и добиваем. Так, когда бьем громорога, мы с тобой должны по возможности захиляться. По возможности. Ну, в принципе, вот сейчас возможность неплохая. Так. Но все равно этого мало. Барсик еще какой-то недолеченный. Но это чуть-чуть осталось. Так, у нас две энергии. Ладно, фиг с ним. Может, понизить броню ему? Нет, давай просто будем атаковать. Так, Барсик, сможешь добить его? Нет, не дотягивает. Что ты там собрался делать? Понятно все. Так, ну что, можно вот сейчас полностью всех наших драконов хильнуть. Вторая волна, кто у нас тут? Воу-воу-воу, два престиголовых плюс водорез. Надо, естественно, этих как можно быстрее разбирать, потому что они фаерболами начнут сейчас буянь здесь. Ух. Так. Успокоились, я сказал вам. Добиваем. Да, одного уничтожили, отлично. Так, теперь хиляемся срочно. Надо вот этого пристег... Блин, понизили броню. Слушай, смотри, у него, ребята, скоро будет суператака. Если он ее сделает... Ох, нам будет не сдобровать. Это я тебе точно говорю. Блин, он, наверное, сожгет мне. А, нет, все, повезло. Нам крупно сейчас повезло, что шторморез все-таки смог уничтожить. Так. Престиголового, и, как говорится, мы сейчас с тобой захилялись. Офигеть, шпарит. Третья волна, смотрим, кто у нас тут. Два водореза и... Понял. Офигеть, 17 уровень. А не слишком ли жирно вам, ребята?
Блин, бедный Барсик, а. Ты посмотри, что творят. Потеряли мы, короче, Барсик с тобой. Слушай, подожди, может быть, еще не потеряли. Может быть, еще не потеряли все-таки. Хотя у него броня понижена, это сейчас будет бомбить. Да. Но, тем не менее, он держался до последнего как герой. Начинаем, ребят, уничтожать вот этого водореза. Блин, у них, вот, ребята, очень сильное понижение брони. Очень сильное. Вот сразу плети отсюда, а? По-добру, по-хорошему. Блин, не добьем так. Но это последняя волна. Вот единственное, что нам, как говорится, помогает, что сейчас мы его уничтожим, и все, и мы прошли. Понижаем броню. Делаем укус. Он, наверное, сейчас добьет штормореза. Да-да-да-да-да, сразу тудуф, добил. Ну, а мы, в свою очередь, добиваем его. Главное, что победили. Крутим и смотрим. Опять древесина. Да чтоб тебя. Так, у нас осталось с тобой 3 энергии. Забираем вот этот пак. Проходящий, как я тебе говорил, у нас сейчас будет бой. Потом забираем пак. И мини-боссик будет. С ним справляемся, заберем пак. И уже будет главный босяцкий нас поджидать. Так, что у нас тут? 3 волны. Злобный змеевик тут. 1 пока. 16 уровня. Нахлобучим его по-быренькому с тобой. Так, что он тут сейчас будет делать? Опять фаерболы, а? Любители огонька, да? Так, а тут Скалотряс и Кривоклык. В принципе, они тут все, ребята, очень злые и противные. Но я все-таки начну. Хотя, знаешь, что мы можем сделать? Мы можем с тобой сделать вот так. Ну-ка, проверим. Блин, я, честно говоря, думал, что побольше будет отнимать. Упс. Вот это вот лишний парень. Ты давай завязывай-ка вот с этим вот своим усилением. Все, размотали мы его. Так, слепота исчезла. И мы его, наверное, сейчас добьем, скорее всего. Нам нужно будет хильнуться, а хильнуться нам нечем. И это плохо. Добивай его, а, нормуль. Водорез. Так, ну что, начнем, наверное, вот с этого. С водореза, да? Вот теперь хильнемся. Хильнулись. Атака. Ну что ты, Вострозуб, отвали. Постоянно лезет, когда его не просят. Так, хиляемся. Ну что, теперь он остался один. Соответственно, быстренько должны будем его разобрать. Причем это последний вражеский дракон. Кого ты будешь глушить? Даже так? Ну это зря ты, парень, конечно, сделал. Сделал вызов нашему Кривоклыку. Погнали. И последний удар вот такой сделаем. Как-то так. Давай посмотрим. И опять рыба. Опять рыба, 75 миллионов. Но зато таким образом мы с тобой восполнили практически все ресурсы. Так, ареновский пак забираем и сразу же смотрим, что нам здесь выпадет. Содержит новичков. Так, душитель, громобой, ужасное чудовище и все. Скудно. Но у нас очередной. Это мини-боссик. Сколько волн? 3. Твою дивизию, 3 волны и начинается вот так вот все. Погнали. Начнем с этого. Он же у нас любитель побафаться, да? На усиление атаки. Я ведь ничего не путаю. Раз, два, сейчас они вдвоем здесь сходят. Так, Громоль. Что он будет делать? Фаербол, нет? Просто атакует. А вот этот что сейчас сделает? Блин, всю энергию... Тихо, 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 не буяним. Так, мы с тобой сейчас хильнемся, верно?
Верно. Как-то так. Ребята, блин. Ты прикинь, сейчас вжарит. Ох, ёк, макарёк. Ты прикинь, вот это да, вот это он нам врезал. Надеюсь, не добьешь. Блин, как тут быть-то нам? Нам нужно залечиться срочно, просто, понимаешь? Иначе все, ребят, иначе крышка. Ну, допустим. Так, добиваем здесь. Блин, а этот сейчас фаербол влепит. Смотри-ка, нет, не стал. Так, опять же с тобой хернемся сейчас. Блин, не добили, хотя подожди секунду. Все. Вторая волна, смотрим, кто здесь у нас. Воу-воу-воу. Так, начнем, наверное, с этого. Ты посмотри, что творяет, а. Блин, у меня выбора нету. Да, хильнулись, конечно, слабо. Но это из-за того, что была пониженная атака. И, соответственно, он нанес очень мало урона. Что ты там собрался делать? Блин, вот этот... я уже думал, сейчас будет удар хвостом. Но все равно, ребята, ускорение тоже как-то меня мало радует. Блин. Твою налево. Вот я думаю, что нам лучше сделать с тобой, а? Или просто уничтожить. Я не хочу Барсика потерять, потому что там еще впереди мини-босс будет. Вот я почему переживаю. Мы до него не добрались. Что этот сейчас придумает? Воу, уклонение. Спасибо тебе большое. Так, пошли его быстренько сейчас разберем. Так, через отхил. Да, нужно сделать, потому что у Барсика мало здоровья. Ну что, змеевик, все, доигрался. А теперь смотрим. Ёк-макарёк. Ну, естественно, кто может быть во главе? Конечно же, Ветрокрыл. Блин, ну давай так попробуем. Слушай, я, наверное, все-таки буду делать слепоту, друзья. Слепоту на... Вот так вот. Не знаю, зачем так я сделал. Может быть, надо было все-таки громобоя. Ах. Ладно, смотрим. Точно зря сделал. Блин, придется, наверное, нам его добивать. Да чтоб тебе, а? Не получилось. Да ты запарил уже, а? Неужели добьют? Не должны. Так, этого мы с тобой уничтожим. Слушай-ка. Смотри, что у нас выходит. Мы вешаем сюда слепоту. Так как энергии у этого нету, да, он просто ударит. Громовой будет играть на нас. Отлично. Давай, наверное, все-таки вот так сделаем. Блин, они такие тяжелые, ребят, на разбор. Очень тяжело разбираются. Лишь бы не уничтожил мне, понимаешь, никого. Уклонение, круто. Так, ну что, еще разок сюда вмажем. Еще разок вмажем. Так, потом кто? Кривоклык. Ну, тут надо нам вот так вот делать. Все, друзья мои. И главная наша задача сейчас — поставить ему слепоту. Если на нем будет слепота, то все. Как и в прошлый раз, мы его здесь спокойненько разберем. Поэтому не тратим ничего, кроме вот этого. В принципе, все, ребята. Выжили как-то на микронах. Бедный мой шторморез. И у нас очень мало с собой ресурсов, смотри. У нас две груши и три прилива сил. А еще впереди босс главный.
Как-то так. Ну, здесь мы победили. Давай глянем. 175 миллионов дерева. Ну что, забираем с тобой пак. Сразу он открывается, естественно. Содержит 5 элитных. Шепот смерти, шипорез, древоруб, парящий прихвостень, громобой защитник и все. Ну что, последний наш поединок на сегодня. Давай смотреть, сколько волн. Наверное, будет, как всегда, 3. Нет, 2. Но тут ядрёно-матрёно, ты посмотри, стальной капкан. Ох ты. Плюс этот охламон. Слушай, я даже не знаю, наверное, вот так все-таки надо делать. Стальной капкан, если зарядит свою мощную атаку, вы знаете, да? Тут будет всем крышка. Лучше получить удар от этого, чем... Блин, да хорош, да хорош! Ну ты видишь, знаешь, что они вытворяют? Просто не дают нам шанса. Если я сделаю укус, потом мы его добьем, да? А здесь повесим слепоту. Вот так вот. Почему на него, ребята? Он красный, против зеленых эффективно будет бомбить. А тем более... О-о-о, ты представляешь, если бы мне так вжарили? Отлично, добиваем. Ну и погнали теперь этого петрушить. Так, еще ход у него будет слепота действовать, да? Потом уже спадет. Видел? Массовая атака. Ничего не применяем. Будем сейчас чисто брать его. Ах ты, ё-моё. Не получается. Но у него энергии нет, поэтому он сейчас просто сделает укус. Это мы как-нибудь переживем. Тогда мы с тобой захиляемся здесь. И добьем. Ну и кто же босс? Ёк-макарёк. Драгур, да? Смотри, что творит. Не понял. А, у нас пониженная, понял, атака. Сколько чего? Красный, синий, синий. Блин. Они еще друг другу не соответствуют. Наверное, все-таки так надо будет делать. Энергия пока сейчас у нас будет. Мы сейчас, наверное, с тобой возьмем в слепоту кого? Ух ты! Ты чё? Ты посмотри, вот это он жарил, друзья мои. Это чё? Это что сейчас было вообще? Какого лешего он так мощно бомбанул? Так, этого, наверное, возьмем все-таки под контроль. Кого этот будет бомбить? Неужели... Ага, вот как. Слушай, они все почему-то на кривоклыка нападают. Посмотри. Ну как так можно играть, а, ребят? Ну, с одной плюшки практически все выносит. Придется тратить. Придется тратить для того, чтобы... Вот так вот. Поехали. Это жесть, конечно. Ну... Синий по красным, по идее, должны наносить офигенный урон. Я что-то не вижу, чтобы здесь что-то такое было. Мы опять возьмем сейчас в слепоту этого парня. Да, придется получить людей. Но это терпимо еще. Прикинь, я практически все свои накопления, ребята, потратил. Все груши слил. Плюс энергию слил. Блин, трындец. Ну ты сам видел, как они меня тут плющили. Все. С горем пополам прошли. Давай что-нибудь нормальное, а? Вот дай мне пак лучше. Мне дают 25 миллионов рыбы. Ну что, забираем свой последний пак. И происшествие груз для Драконьего края официально считается пройденным. Отлично. Нам нужно поддерживать запас ресурсов в Драконьем краю. Вот это вам. Спасибо большое. Так, ну а теперь все, естественно, это забираем. Тусклый янтарь. В карман. Новый набор карт. Давай посмотрим. 6 монет Одина.
Кревет, костолом, шторморез. Чуточку ресурсов. И вот этот пак. Серия испытаний, набор. О, железо. Необычный, так. Друзья мои, громорог защитник. Это что, новая карта, что ли? Точно. Разве у меня такого не было? Громорог защитник. Эксклюзивный. Хм. Судя по всему, не было у меня такого. У нас есть еще, ребята, одно событие. Выживание. Но мне что-то подсказывает. О, оно коротенькое. Но здесь по 6 волн. Насколько я помню. Сколько у нас времени оно длится? О, тут еще можно, ребята, потерпеть. Как говорится, подождать. Это не к спеху. Давай-ка заберем здесь все, что можем. Тусклый янтарь. Так, банки эти. Обучите 3 драконов. Отправьте легендарных драконов на поиски. Это мы сделали. Так, что-то тут еще у нас. Откройте набор карт 12. Ну, получается, открыли. И все. Ну, получается, как-то так. Что у нас здесь? Икинг. Ну, что ты тут стоишь? Давай-ка мы тебя отправим на дальнейшие поиски. Продолжить. Беззубик. Ищи. Так, сарделька, ты что здесь сидишь у меня? Я что-то не врубился, эй. Блин, академка у нас забита. Тогда пускай летит. Недра тьмы. 200 рун. Ну давай, разочек посмотрим, ребята, что же это все-таки за недра тьмы и что она туда вообще нам может принести. Блин, у нас с тобой даже ни одного пака нету. Ладно, ничего страшного. Продолжим мы с тобой уже в следующей серии. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.